Экологические акции «Чистый лес» в Подмосковье были запланированы в марте этого года на заседании Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия». Одна из таких акций прошла в субботу в Литвиново. На нее вышли жители, волонтеры, депутаты и представители администрации городского округа. Координатором проекта «Чистый лес» назначен депутат Московской областной думы, председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин. В этом году совместно с комитетом лесного хозяйства мы наметили 20 площадок. Сегодня 12-я площадка на территории городского округа Щелково. В конце мы подведем итог этой акции, запланируем на следующий год. И я думаю, что результаты должны убедить органы власти и региональные, и местные, что запрос общественный должен преобразоваться в такую действительно с устойчивым финансированием программу, для того, чтобы мы действительно навели порядок в лесу и его поддерживали. Все эти акции направлены на то, чтобы воспитать молодое поколение, любовь к лесу, воспитать любовь к лесу местного населения, и чтобы в лесу у нас было комфортно, чисто и красиво. Для жителей акция «Чистый лес» не только экологическое мероприятие, но еще и активный отдых, а также создание комфортных условий для отдыха с семьей. Отличные акции, которые прививают и детям уважение к лесу, что в нем нельзя мусорить. Вот. Эти акции постоянно проходят, ну, поэтому мы всегда это поддерживаем, приезжаем и родных берем, близких. В лесу на самом деле очень такая ситуация. Не совсем складывается хорошо, поэтому вот эти чистки санитарные и посадки нового леса, они как бы всегда, ну, будут лучше для нашего города. В Литвиново площадь уборки превысила 2 гектара. Лес расчистили от валежника, сухостоя и мусора. В результате было собрано 500 килограммов отходов и 25 кубических метров дров. Напиленные стволы упавших деревьев направят в помощь ветеранам. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.